Я даже не знаю, под какой жанр эта игра попадает. Так, только не ПВО. Тихо. Сойдет. Так, ну и что тут? Ну, если закручу, то я на не фотографии. Да, слайм, мин, спиц, нирбай, кип трек, слайм, кейвс, и мэп. Ну, короче, опять. Пещера. Так. Ага. Ну, пошли наверх. Вот и как тут? Наверх или... Ну, вот давай проверим. Вот, давай наверх. Вот нет, я пойду сейчас вниз и пойду потом вправо оттуда. Если справа будет тоже зелень, значит, тогда я пойму, где яма. Да, все, сверху яма там. Окей, пошли в обход. Ну, вообще, да, вот здесь проверим. Так, мумия это далеко? Да. Сейчас наверх. Посмотрим, будет тогда слизь там или нет. Нету. Окей. Все, значит, слизь, она однозначно, значит, определяет яму. Не то, что вокруг нее везде. Как я боялся. Так, хорошо. Так. Дабы не рисковать, давай лучше вернусь. Направо. То есть яма там. Сверху, да, получается? Ну да, наверное. Хотя нет, подожди, она же не может быть там, где зеленая. А сверху, да. Здесь справа не должно быть. Там зеленая точка, значит, там должен быть драгоценный камешек. А здесь она так... А, снизу, точно, я же ее обходил. Значит, серая это яма, да, получается? Нет. Слева вот она, по-моему. Может, нет. Ладно, черт, рискну. Например, сапер. Ну, что-то типа того, да, что-то типа того. Ну что, я аутист? Нет. Кстати, странно, не было помечено, по-моему. Окей. Значит, здесь не должно быть. Пошли тут обратно и наверх. Мне интересно, здесь время может закончиться, потому что там писали, типа, пока у вас не потухнет факел.
Вон, если... Так, вроде вокруг ямы все клетки должны быть зелеными, а не только некоторые. Нормально, справимся. Ну, вокруг ямы зеленые клетки, значит. Не? Угу. Евген написал. Не, ну, может быть, может быть. А, ну тогда понятно, да. Значит, да, я тогда неправильно думал. Ну, что тогда это... легче намного получается. Смотри, какие комплименты под Окс. Да уж. То по поверху можно сейчас пройти. Угу. Хотя не факт. Ну, сейчас посмотрим. Ну, смотри просто. Она может быть как вот здесь, так и вот здесь, понимаешь? Ну да. Ну если что, вернешься. Ну то есть я сейчас сюда зайду? Блин, там мумия уже. Ну сейчас пойду туда вот, да? Там будет вот яма. Там яма, да, должна быть. А вот там, где мумия. Мумия может через по ямам ходить или нет? Непонятно. Ну ладно, сверху там не пройти, там мумия явно безобразничает. Значит, так вот по серым пройдем и там вот выйдем к сокровищам. Не уверен, не удивлюсь. Да, это не важно, даже если она там летает над ямами, это не наплевать абсолютно. Что она там застряла на одном месте. Угу, пусть вот там пусть сидит. Правда, хреново, что она рядом с сокровищами сидит. Угу. Так, ну все верно, да, зеленые. Идем вниз. В яму упала мумия? Ну, может быть. Это логично было бы. А нет. Двигается? Да, передвигается. Хреново. Клёвая же игра. Ну, такое, такое. Такое, Димакс. Видал и клёвий. Можно тупо по... левому низу пройти вверх. Ну, я боюсь, что там на мумию просто выйду, понимаешь? Вот так вот. Ну да, 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 я так и хочу. Мумия ходит, прямо сейчас на сокровищах стоит, сволочь. Ну, я уже, в принципе, драгоценных камней тут немало насобирал. А подокс, это кому комплимент? Мне или ей? Ну ты же не тянка, наверное. Ну тогда дальше, до конца-то читай. Ну, обоим же, ну. Ну хорошо, ладно. Ты-то чё тупишь? Да я за мумией слежу. Спасибо. Надо бы... Опа. А, все-таки заканчивается время, да? Ай, срань какая. Ну сколько я насобирал этих камешек? Ну штук 10, наверное, собрал. Там ну, денежка-то отложится или не сбросится ничего? Я думаю, что нет. Save the day. Ну да, чуть-чуть денег насобирал. Хм, а интересно, если я еще раз туда пойду.
Наверное, будет еще попытка. А, даже лететь не надо. Можно на одном месте застрять. Я обузить. Нет, это вряд ли. Потому что, как, в смысле, ты собрал деньги, то уже все. Так, та же карта. Та же карта, да. Ну, пошли тогда на мумию, пробуем ее тогда обойти как-нибудь ловко. Суть игры за 30 дней, короче, по деньгам перегнать. Как его зовут? Флинхарда Гломгольда. Ну, сейчас вопрос, куда сейчас мумия пойдет. Если пойдет наверх, тогда хреново. Если вот по низу пойдет, тогда обгоним ее. Ну давай, куда ты пойдешь? Назад она пойдет. Окей, ладно. К такому меня жизнь не готовила. Лучше без женщины в следующий раз. Слишком отвлекаешься, да и чат чересчур нервный. Ванус пусть идет. Ну если... Ага, окей. Вниз, вниз, вниз. Она убегает от меня, сволочь. Хитрожопая. Да что такое? Что за этой мумией? Она к сокровищам пошла, да? Иди вниз. В угол иди. Во! Теперь вот на эту точку, где сейчас я был. Сейчас какой-то звук странный был. Угу. Ну давай вниз, пожалуйста. Не, ну конечно, можешь попробовать рискнуть. Ну, давай попробуем. Может, она заутирует. Мумия меня раскусила. Блин, надеюсь, что нет. Еще раз. Не, не успел. Блин. И сейчас еще минус 2 дня. Тупей. Ради бога. Привет, его накил мне. Здорово, чувак, с нечитаемым ником. Один только день. Окей, ладно. Еще раз. Мумия боится кошек? Ты где-нибудь такое слышала? Что тролли боятся козлов, это я теперь знаю. Мумия, смотри, прямо здесь. А это вообще легально, что она прямо рядом со мной? Ты видел, где она была? Ну да. Зато теперь точно обгоним. Я надеюсь. Ты, я пытаюсь.